Этой ночью, точнее уже под утро, без 5 минут 5, в небольшой и отдаленной зауральской деревушке Галаева дымная печка в старой бревенчатой избе на улице Береговой убила целую семью, 2 взрослых и 3 детей, 52-летнего главу семейства, его молодую супругу, 36 лет от роду, девочек 10-14 лет и их 8-летнего братишку. После огненосной трагедии чиновники администрации Китовского округа сообщили о том, что погибшая семья считалась благополучной. Родители работали, а дети посещали школу. Полмесяца назад, 29 января, сотрудники Пошнадзора наведывались в этот самый дом и никаких нарушений не обнаружили. Более того, в доме был установлен пожарный извещатель. И в роковую ночь он был исправен. То ли спящее семейство не проснулось от протяжного воя звукового сигнала, то ли прибор вовремя не среагировал на дым в избе. С этими обстоятельствами еще будут разбираться пожарные дознаватели. Но, согласно предварительной версии СКР, трагедия произошла из-за неисправного печного отопления. Возбуждено уголовное дело по факту гибели целой семьи. Горящую избу тушили 22 огнеборца, прибывшие на утушку на Береговую улицу на 9 спецавтомобилях. По словам родственника погибшей женщины, сегодня ее старшей дочери могло бы исполниться 15 лет. Но вместо радостных именин на деревенском погосте скоро появятся 5 свежих могил и 5 крестов.